Яна Авдеева, пожалуйста. Почему сегодня зал такой молчаливый? Добрый вечер. Ну, я так понимаю, 3 минутки женской лирики. А я хотел еще комментарий сказать, что вот вышел такой мужчина такой, а теперь вот красивую женщину позвали. Вот. Я не готовилась, честно. Глаза у него не по-доброму синие, покрытые холодом, словно бы инеем. Сквозит в них жестокость, не то равнодушие, и вся с ним внезапно измята, иссушена. Такое в себе ощущаешь бессилие, что рядом с ним смелость, как рожь покосили бы. Как пыль он сметает уверенность выпадом, это некрасиво, нелепо забыто им. Он аристократ, в нем сверкает наследие, и тонко поможет, подскажет, не леди я. Да впору такому стать статским советником, с его-то манерой, но только столетником. Застрял где-то в горле, сдавленным шепотом. На всю его лесть говорю, ну и что потом? А рядом глаза его, горные, синие. Прошу, хоть о чем-нибудь ты попроси меня. И второе, спасибо. На краю мизансцены то ли голод собачий, то ли сердце собачье. Она ждет перемены, но не знает, что значит этот голод незрячий. Вот бы в грудь перекрестка бросить так оголтело, онемевшее тело, и отчаянно, хлестко танцевать под прицелом, быть не частью, а целым. Вот бы кланяться в ноги всем прогнувшимся в спинах на христовых крестинах и нести сквозь пороги снежность, как балерина, нежность белых, невинных. Вот бы мостиков вязью изогнуться, как в детстве, через лживость приветствий, перемешанных с грязью и знакомств пошлых бедства, незнакомых соседства. Вот бы примы самые оглушить, словно валом, и укрыться финалом, а потом тенью рваной изорваться над залом и вернуться финалом. На краю мизансцены горизонты гиганты, рестораны галантны. Пьеса та неизменна, хоть разбившись на кванты, не надеть ей пуанты. Спасибо. Уходи, не надо уходить. Все пятятся назад, как раки, и убегать со сцены. Давайте просто, кто за Яну Авдееву? Поднимите руки. Вот, Лариса тоже поднимает. Снимает кто-нибудь вообще Ларису, вот Лусту? Только она руку поднимите, Лариса. Вот. Понравилось, да? Хорошо. А есть люди в зале, которым не понравилось? Володь, сними зал, пожалуйста. Можно попросить? А есть люди в зале, которым не понравилось? Поднимите руки. Яна Авдеева. Что, нету таких? Андрей Чириков, как, что скажешь? Если честно, то вместе с девушкой стихи хорошие. Громче говори. Еще. Вместе с девушкой стихи, по-моему, почти гениальные. Если девушку отнять из этих стихов, есть вопросы. Какие? Задай. Скажем, мне не нравится словосочетание «на краю мизансцены». Вот оно какое-то резанутое. Это во-первых. Во-вторых... А можно я вступлю? Да, нужно, нужно. А это можно я закончу? Конечно. Потом будет вступить. Конечно. А ты Чирикова снимаешь, Володя? А, да. Угу. Ну, вообще, это стихи, это призыв к любви и честности. Такой призыв не может не расстраиваться. Ну, я скорее оцениваю их положительно, чем нет, Лариса. Ну, мне уже не имеется в виду закончиться, то есть он внес такое, да. а потом сгладился, вырулил, да? Ну, понятно. Хорошо. Ну, Ян, вы есть что, хотите что-нибудь сказать сами? Ну, подобный комментарий, что к моим стихам есть вопросы от Андрея Чивикова, я слышу не впервые, поэтому для меня, в принципе, ничего нового. Ну, спасибо за реакцию, спасибо за отзыв. Спасибо все-таки Чивикову или Ларисе Лусти, которая за тебя две руки поднимала. Ну, спасибо и Ларисе Лусти, и всем, кто поднял за меня руки, конечно. Хорошо. Яна Авдеева будет делать спектакль в последний вторник февраля. 28 февраля. Да. Спасибо, это была Яна Авдеева.